Патрик. Вейн. Сэм. Бобби. Hi. Иван. Джулия. Мими. Патрик и его друзья. У каждого есть мечта. Здравствуйте, дети! А у вас есть мечты? Поделитесь ими. Давайте начнем с Джулии. Джулия хочет стать настоящей пианисткой. Она хорошо играет, правда? А Мими хочет стать медсестрой. Медсестра заботится о своих больных, пока они не поправятся. Мими, у тебя доброе сердце. Ух ты! Сэм хочет стать профессиональным теннисистом. Он будет ездить по миру и принимать участие во всех международных соревнованиях. Я уверена, что ты завоюешь множество призов. А о чем мечтает Иван? Иван хочет стать ученым. Ученые проводят много исследований. Они проводят много времени в лабораториях и ставят много экспериментов. Мне кажется, что из пробирок нельзя пить. Посмотрим, что будет делать Бобби, когда вырастет. Бобби хочет стать поваром. Повара умеют готовить много разных вкусных блюд. Ммм, вкусно пахнет. И выглядит аппетитно, правда? А о чем мечтает Вейн? Вейн хочет стать пилотом. Пилоты летают на самолетах высоко в небе. Они могут доставить тебя в любую страну мира. Патрик, твоя очередь. О, Патрик хочет стать хорошим папой. Хороший папа отдает детям все свое внимание, проводит с ними все свое время и заботится о них. Слушайте, дети, быть хорошим папой – это непростая задача. О, малыш плачет. Бедный малыш. Патрик! У тебя есть все задатки, чтобы стать хорошим папой.
Патрик и его друзья. Производство Case Kids.